Уважаемые зрители, наша сегодняшняя тема – искусство забывать и прощать, развитие внутренних сил. В нашем стремительном мире, где нас окружают очень изменчивые ситуации, мы попадаем все в новые и новые ситуации, неожиданные для нас. Нас окружает поток информации, который буквально сваливается на нас. Мы как будто под каким-то прессом. Иногда бывает непросто сохранить свое внутреннее спокойное, счастливое состояние. Для этого нужна внутренняя сила. Для этого нам нужно уметь защитить свое спокойствие, свое счастье, свой внутренний свет. Но эта сила, она не настолько похожа на физическую силу. Это внутренняя духовная сила. И вот эта сила проявляется в том, что мы способны контролировать себя. Сила – власть над собой, власть над своими мыслями, над своими чувствами. И когда мы начинаем обращать внимание на развитие, на проявление этих сил, то сохранять спокойствие, сохранять уверенность в себе, решительность становится намного-намного проще. Но фундаментом развития и проявления всех внутренних духовных сил является сила концентрации. Сила концентрации – это способность контролировать свои мысли, способность концентрироваться на одной мысли, на одной идее, контролировать свои чувства. И вот эта сила, она является фундаментом для всех-всех остальных сил. Сейчас мышление человека идет по такому пути, что информация сканируется, то есть быстро перепрыгивается с одной идеи на другой. Надо уметь быстро схватывать новые идеи, обрабатывать большие потоки информации. И зачастую вот упускается вот это внимание, не так много уделяется на концентрацию. Концентрация на чем-то одном, на углубление в одну идею, в какую-то одну мысль. И ум, он на самом деле и утрачивает такую способность. Мы, когда мы сидим, уже мысли, они действительно текут, как река. Ум сравнивает вот с этим, с лошадью, которая бегает по кругу, туда-сюда, совершенно хаотично. Мы просто не способны держать в уме одну какую-то мысль. Или даже, например, мыслить в одном ключе, в одном каком-то направлении, об одной идее. Тут же возникают какие-то ассоциации, память, какая-то, что-то вспоминаем из прошлого, какие-то планы о будущем, страхи, ожидания, сомнения. Все это в таком клубке, что ум совершенно не сидит, он совершенно не способен как-то удерживаться в каком-то одном состоянии. И вот этот фон, вот это он как бы создает внутреннее состояние беспокойства, такой как бы белый шум, который уносит у человека силу. И тогда никаких других сил не будет проявляться. Они все силы как бы из души вот на уровне мысли истекают. И если вдруг нам приходится встречать в таком состоянии новую ситуацию, неожиданную ситуацию, что-то вдруг меняется, мы не способны с этим справиться. И вот, начиная с этой вот силы концентрации, мы будем сейчас рассматривать, какие силы у нас проявляются. И будем использовать некоторые образные сравнения, чтобы немножко глубже понять, как эти духовные силы, внутренние силы работают. На самом деле, сила, она... Это нечто целостное. Внутренняя духовная сила – это нечто целостное. Но она проявляется в разных каких-то ситуациях, в разных аспектах. И для того, чтобы понять всю глубину вот этой силы, в каких аспектах она может на нас работать, может нам помогать, может нас защищать, мы ее выделяем в форме, как бы описываем в форме нескольких сил. Сегодня мы рассмотрим 8-10 основных, которые могут с нами, нам помогать. После силы концентрации идет сила собираться. Ее называют иногда еще сила упаковки. Ум, свободный от пустых мыслей, помогает заранее чувствовать ситуацию и реагировать точно и своевременно. Вот сила упаковки или сила собираться приводит пример с путешественником. Путешественник, когда он отправляется в путь, он не берет с собой все, что у него есть дома. Он берет только самое необходимое. И благодаря этому он может мобильно двигаться, не уставать, проходить большое расстояние за один день. Так и нам нужно уметь упаковывать, то есть убирать из своего ума
то, что нам в данный момент не нужно. То, что было вчера, сегодня нам уже не пригодится. То, что, может быть, будет завтра, но сегодня мне также не нужно. Не держать это в своем уме, не думать об этом, не возвращаться к этому в форме таких пустых мыслей, которые отвлекают мое внимание, отвлекают мою энергию, не дают мне сконцентрироваться. И тогда ум будет спокойным, ровным, стабильным, и действительно ситуация будет восприниматься такой, какой она есть. И вот эта сила Поковкина делает душу легкой. И вот эти внезапные повороты судьбы, они не сбивают душу с ног, а она как бы как держится на плаву, способна удержаться на плаву. Это сила упаковки. Следующая сила, очень большая, очень глубокая сила, которая помогает просто во всех аспектах жизни, это сила терпения. Здесь приводятся некоторые аспекты, в которых эта сила проявляется. Принять удар и не сломаться. Избегать отрицательной реакции на какие-либо ситуации. Способность забывать и прощать. Способность решать проблемы с любовью. И способность посмотреть на других их глазами. При этом сила терпения, это не значит, что мне нужно терпеть и копить в себе вот какую-то внутреннюю обиду, злобу или негативное состояние. Не быть таким паровым котлом, который в какой-то момент взрывается. Часто говорят, ну все, мое терпение иссякло, я больше не могу терпеть. Это невозможно терпеть, сколько можно одно и то же. Вот это как раз есть непроявление силы терпения. И вот когда вот копится внутри что-то негативное, это в принципе возникает из-за неправильного понимания этого терпения и неправильного понимания ситуации. Вообще фундаментом всех духовных сил также является правильное осознание, правильное внутреннее отношение к самому себе. И оно основано на таком отношении, что изначально личность, любая душа, она положительна. И изначально в личности присутствуют все положительные качества. А все негативные качества, слабости, пороки, недостатки, это привнесенные, приобретенные качества. Если сейчас душа, личность проявляет эти качества, это она проявляет для себя неестественную природу. То есть она как бы попадает под внешнее рабство, под внешний контроль вот этих негативных качеств. И сила терпения, она как раз проявляется и основана на том, что я понимаю, что вот в глубине тот человек, та личность, кто со мной общается, он-то позитивный. Просто мне сейчас нужно вести себя так и быть в таком состоянии, чтобы помочь ему вернуться вот к этому изначальному позитивному состоянию. И тогда вот это отношение даже к самой силе терпения будет совершенно другим. То есть я не воспринимаю человека, что вот это он же мне назло это делает, вот посмотрите, что такое творится. Я понимаю, что человек... Никто сознательно, вот целенаправленно не хочет наносить себе вред. Это происходит именно из-за того, что душа теряет контроль над собой. Личность не может что-то контролировать в себе. Наоборот, нам хочется проявлять самое лучшее в себе. Вот это радость творчества, радость общения, радость делиться с кем-то, с чем, тем, что есть внутри нас. Дарить каждому счастье, улыбки. А именно когда мы вот не способны сохранять такое светлое, сильное состояние, и как раз на арену выходят недостатки, слабости, угрюмое состояние, даже гнев может одолеть душу. И вот проявляется такие вот бурных таких реакциях. Тут вот хочется рассказать притчу преображения, которая очень явно показывает, как душа, как можно помочь другому, другой личности действительно преобразиться, справиться со своими какими-то внутренними страхами, сомнениями, бурями. Однажды Будда сидел и медитировал. И к нему подошел человек и, не говоря ничего, плюнул ему в лицо. Будда никак не среагировал. Через какое-то мгновение, через несколько мгновений он вытер лицо и спросил: «Это все, что вы хотели мне сказать? Или вам есть что еще что добавить?» В этот момент подскочил один из учеников Будды, самый его лучший ученик, сказал: «Учитель, как же так? Как вы можете это терпеть? Он же проявил явное неуважение к вам. Дайте я его проучу».
Будда остановил его. Ты стал моим учеником, но постоянно забываешь об этом. Разве ты не видишь, что этот человек очень мучается? Наверное, он всю ночь мучился перед тем, как совершить этот поступок. Он что-то очень серьезно решал в себе. И, может быть, вот этот поступок, он явился исходом его вот этого внутреннего беспокойства. И сейчас мы можем помочь ему избавиться от этого внутреннего смятения, беспокойства. Тот человек, который плюнул в лицо Будде и который вот это все слышал, у него действительно внутри было желание как-то унизить, оскорбить Будду. И когда он увидел, что не достиг своей цели, и еще после этих слов Будды, когда он так с таким милосердием, с такой любовью отозвался о нем, он совершенно смешался и ушел от них, убежал. Через какое-то время он пришел к Будде и извинился. На что Будда ответил: «Забудь об этой ситуации. Ты не принес мне печали. Но я рад тому, что это смятение, это беспокойство тебе закончилось. Просто на будущее помни этот урок. Всегда контролируй, всегда держи свое внутреннее сильное состояние. Кого-то это действие может сильно обидеть. Вот так мы действительно, реагируя спокойно в каких-то ситуациях, мы можем другим помогать выходить из этого, можно даже его назвать рабство. Рабство у своих недостатков, рабство у своих пороков. Еще часто приводят вот в связи с силой терпения пример с яблоней или с плодовыми деревьями. Когда человек, когда маленький мальчик подходит к яблоне и кидает на нее камни, палки, он кидает это не для того, чтобы поранить яблоню, он просто сбивает яблоки. Он знает, что это яблоко очень вкусное, и он будет очень стараться, чтобы сбить яблоко. Кинет раз, если не попадет, еще другой, третий. Пока не собьет, он не уйдет от нее. А яблоня стоит терпеливо, спокойно, и она просто, она растила эти яблоки, они есть, действительно сладкие, она просто отдает свои яблоки, свои плоды. Так вот этот пример, если его принести в нашу жизнь, в нашу ситуацию, в наши отношения, если кто-то ко мне подходит и кидает в меня вот этот камень, какое-то грубое слово, какое-то вот язвительное замечание, пытается, вот, как мне, может быть, внешне кажется, меня как бы выставить дураком, на посмешище в глазах окружающих. На самом деле, если взглянуть на эту ситуацию глубже, во мне, значит, есть вот эти яблоки, и есть что-то ценное, зачем он ко мне пришел. Вот сила терпения, она дает вот это понимание. Она немножко нас отодвигает от внешнего восприятия, сразу от естественной такой мгновенной реакции. Она дает нам такое пространство, внутреннее пространство и свободу от такой, от жесткой реакции. То есть удар на удар, ответить тем же на то, что делают в мой адрес. Я понимаю, раз во мне есть, то значит мне сейчас нужно просто немножечко так сконцентрироваться и подарить вот это счастье, вот этот покой тому, кто ко мне пришел. И все, и действительно, вот это есть очень много примеров, когда буквально 5-10 секунд вот этого внутреннего спокойствия, спокойного отношения, они преображают. Они полностью изменяют всю ситуацию, они стирают конфликты глубочайшие. И наоборот. Когда мы проявляем нетерпение, вот этот бурный взрыв, ответная реакция, о котором потом будем раскаиваться, как рушатся очень теплые, очень длительные, хорошие взаимоотношения. Второе. Сила терпения, она позволяет действительно решать все ситуации и проблемы с любовью. Если мы видим в ком-то недостаток и делаем, например, даем какие-то наставления, замечания, то внутри мы понимаем, что мгновенно человек не изменится. Вот не может так вот переключился, если особенно это действительно нужно, какой-то серьезный недостаток, серьезный, может быть, даже порок. Вот сразу раз и переключиться, единицы могут мгновенно измениться. А большинству требуются такие последовательные, систематичные усилия. И какое-то время, может быть, даже эти слабости еще будут и будут проявляться. И вот тут тоже нужна сила терпения. Просто не замечать это, пропускать мимо.
не концентрироваться на этом, не делать в укор. Вот, опять тебе это вижу. То есть, если мы видим, что действительно человек уже работает над собой, он изменяется, вот это с любовью, это какой-то процесс преображения, помочь ему в этом процессе. Не заострять внимание на его слабостях снова и снова. Здесь тоже работает сила терпения. Следующая сила – это сила приятия. Она связана с тем, что мы проявляем другим уважением. Мы не критикуем других, не осуждаем и не уносим приговор. Сейчас очень многие люди, они начинают, когда видят в ком-то недостаток, сразу же выставляют это на показ. Это такое критичное мышление. То есть делать другим замечания, отмечать, вот что здесь правильно, что здесь неправильно, показывать тем, какой я умный, как я хорошо знаю ситуацию. И вот это вот отношение, как бы ставить вот все на свои места, расставлять штампы, выносить приговоры, это как раз и проявление неприятия. Очень часто, особенно в больших коллективах, нам приходится выполнять общую задачу, и при этом характеры совершенно разные у людей. Особенно руководителям приходится часто с этим сталкиваться, когда нужно вот это совместить очень большой коллектив, чтобы они вместе дружно работали, чтобы хорошее качество другого вдохновляли других работать и активно идти к цели, а не гасить друг друга. То есть не так, что один делает, а все смотрят. Я лучше буду один делать, мне все только мешают. И когда мы вот это как раз проявляем силу приятия, мы как бы объединяемся друг с другом, мы помогаем друг другу, защищаем друг друга от этого внутреннего страха проявить в себе лучшие качества. Страха вот этого, вот этой мысли, а как обо мне отзовутся, а как это оценят другие? Нет, вот человек будет уверен, что даже если у него, может быть, сначала что-то не получится, здесь, в этой команде, его поймут, его примут таким, какой он есть, ему помогут развиваться дальше. И эту силу еще называют силой совмещаться. То есть какой бы человек мне ни встретился, с кем бы мне ни пришлось что-то делать вместе, мы найдем вот эти точки соприкосновения так, чтобы работать вместе и не противоречить друг другу. Еще для иллюстрации силы приятия приводит пример океана. Вот океан, он принимает в себя тысячи рек, и каждая река совершенно уникальна. Есть чистые реки, есть мутные реки, грязные реки, желтые, очень мутные, которые буквально мусор из городов выбрасывают и течет. Но океан на поверхности остается таким же чистым и гладким. Он вот эти все реки он принимает себе и погружает вот эту всю муть на дно. Он не держит это на поверхности. Именно благодаря этому он способен оставаться вот таким же вот чистым и большим. Так и нам нужно вот принять вот этот внутренний урок. Какой бы ко мне человек ни пришел, какое бы качество он ни проявил сейчас, я это принимаю и погружаю. То есть я не держу это в сердце, не держу это в уме. И тогда я смогу быть таким же щедрым, как океан, таким же сильным, как океан. Эти негативные качества на меня не повлияют. Они не испортят мое состояние. Следующая сила – это сила развлечения. Когда наш ум спокоен, когда мы поддерживаем положительный настрой, вот это сохраняем внутреннюю чистоту, тогда очень хорошо, очень четко работает сила развлечения. Здесь приводит такой образ, пример – это лебедь. Лебедь – это символ чистоты и символ мудрости. Есть такая легенда, что лебеди они умеют выбирать жемчужины среди камней. Они убирают эти жемчужины и проглатывают их. Так и нам нужно усвоить вот это качество лебедя, быть таким святым лебедем. Ситуации вокруг нас бывают совершенно разные. Люди нам встречаются совершенно разные. И у них очень много качеств, как положительных, так и отрицательных. Так вот, нам нужно быть таким лебедем, который в каждом
убирает самые лучшие качества, вот эти жемчужинки, и взаимодействует с другими, именно осознавая эти качества и обращаясь как бы вот к этим лучшим качествам, вдохновляя других проявлять эти качества, держать в уме, в осознании, обсуждать именно самое лучшее в других. Вот тогда это как раз будет проявлением мудрости, проявлением силы развлечения. Почему это связано с мудростью? Казалось бы, может быть, ну, есть в человеке положительные качества и отрицательные качества. Надо же видеть ситуацию в целом. Вот, да, даже отрицательных намного, чаще всего намного больше. Почему мы должны выбирать вот, вот эти жемчужинки, которых ты раз-два и обчелся? Может, человек и недостоин этого. А вот на самом деле сила развлечения, она и работает как сила, она преображает ситуацию. Мы вносим свое внутреннее качество, свою силу в эту личность. Мы даже другому дарим свою силу. Мы дарим силу этой ситуации. Именно благодаря тому, что мы обращаем внимание на лучшее, концентрируем и свои мысли, и свое сознание, и свою энергию на лучшем, это лучшее наполняется нашей силой. И оно как раз активизируется максимально. Оно и будет, оно выходит на арену, оно начинает работать. Самое лучшее. И действительно, человек, может быть, со всеми ведет себя ужасно. Но с вами он будет как ангел. Он будет и уважителен, и галантен, и тактичен. Если мы вот умеем вот это, проявить эту силу и найти в нем вот эту изюминку, вот эту жемчужинку, и вдохновить человека, развивать его в себе это. И тогда развитие одного качества, оно повлияет и на другое. Еще вот есть такая красивая легенда о волшебном камне Параснатх. Это был такой камень, который, если им коснешься какого-то другого камня, то этот обычный камень, булыжник, он превращался в золото. И вот так коснешься, коснешься, и камни становились золотыми. Вот так же работает сила развлечения. Если мой интеллект наполнен этой силой, то он работает, как вот этот вот волшебный камень. Чего бы он ни коснулся, о чем бы он ни подумал, это становится золотым. Это приобретает совершенно другие качества. Это действительно это сила уже. Сила преображать других. И эта сила еще защищает нас от негативных вот этих вторжений, от пустоты. То есть я себя, как такое сито, я не принимаю в себе ничего пустого. Эти камни я не буду себе нагружать. Не буду в свой ум собирать вот эту мусор, пустоту. Если я занят чем-то, то что-то лишнее туда уже не поместишь. Если мой интеллект наполнен жемчужинами, то туда мусор уже туда не уместится. Поэтому постоянно я занят только тем, что собираю эти жемчужины в каждой ситуации, в каждой личности. И именно это еще как раз очень мощный метод развивать свои лучшие качества. То есть даже если во мне сейчас очень много положительных качеств, есть что развивать еще. Есть и также недостатки. И если я в других подмечаю вот эти положительные качества, которых мне не достает, это активизирует мои положительные качества. Те же самые. Я как бы действительно вот эту жемчужинку от других перенял себе. И она уже в проявленной форме, эту добродетель, эту силу мне намного проще проявлять, намного проще с ней работать, усваивать. Вот так вот работает сила развлечения, мудрость внутренняя. Она как на основе спокойствия, позитивного настроя и чистоты, она проявляется, и также она помогает сохранять внутреннюю чистоту, внутреннее спокойствие и позитивный настрой. Вот эта сила концентрированная. Вторая сила – это сила принимать решения. Она связана с рассудительностью, бескорыстием и свободой от внешних влияний. Очень важная сила для руководителей. В момент принятия решения от этого зависит в дальнейшем очень многое и многое. Это как в сказке «Путник на перепутье» у трех дорог. И вот на камне написано, пойдешь налево, будет одно, пойдешь прямо, другое, пойдешь направо, третье. И нужно выбрать из трех. И когда мы принимаем вот это решение, какое-то одно, оно как раз в этот момент нам нужно включать еще силу развлечения, то есть мы должны понять ситуацию. Но когда мы приняли решение, дальше уже нужно последовательно идти. Сила принятия решения, она связана с практическим воплощением
того, что мы задумали, в действие. Не так, что если мы выбрали одну дорогу, идем по ней, а в уме вот еще остается вот эта мысль. А о других возможных вариантах есть желание вернуться и попробовать что-то другое. В момент принятия решения я максимально концентрируюсь на том, чтобы выбрать лучший вариант. И когда я уже что-то выбрал, вот принял это решение, все, только вперед. Действовать, пока не достигнешь цели. Если ситуация меняется, и да, я действительно могу по ходу корректировать, но если решение принято, то нужно уже действовать на результат. И вот как раз, когда нет каких-то ожиданий или каких-то внутренних желаний, предпочтений, есть вот это свободное состояние ума, бескорыстие, желание вот дарить другим. Вот это свободное внутреннее состояние, оно помогает принимать точное решение. Ум свободен от предрассудок. Ум свободен от каких-то вот предпочтений, от предугадывания ситуации. Я вижу картину ясной, такой, какой она есть. И тогда решения принимаются легко, точно и быстро. И действительно, они эффективные решения. Они именно вот на достижение цели, они работают на достижение цели, на объединение. Следующая сила – это сила справляться с трудностями. Она связана с такими добродетелями, как мужество, вера, спокойствие, самоуважение. Эта сила, еще ее называют силой противостояния. Но противостояние именно не кому-то, а вот каким-то очень серьезным глобальным ситуациям. Здесь такие ситуации, как, не знаю, смерть, как близкого человека, какие-то катастрофы, может быть, стихийные бедствия. Когда действительно вот уже критическая ситуация, когда проверяется в полной мере, насколько ты можешь выдержать это, сохранить свою внутреннюю стабильность. И вот в этот момент именно будет проверяться та реальная сила, которая есть в душе. Возникнет ли вот эта паника, суматоха, беспокойство? Потеряется ли контроль? Или вот эта сила как раз она позволит душе сохранить внутреннее спокойствие? Не возникнет вот этого хаоса. Вот здесь как раз хотелось бы вернуться к силе концентрации. Тут как раз она и сработает. Способность контролировать свои чувства, свои эмоции. Способность держать в уме вот эту одну мысль, одну идею. Если я действительно готовил свое сознание, готовил себя к этим ситуациям заранее, даже, может быть, не к этим ситуациям, а просто я себя готовил, делал себя личность, характер сильным, развивал положительные качества. Вот это осознание, внутреннее самоуважение, позитивное отношение к себе. Тогда в этот момент, в критической ситуации, оно и проявится. В уме будет сила удержать вот это осознание, сильное, стабильное, независимо от внешних влияний. А иначе, вот что очень часто происходит в таких ситуациях, это полная утрата контроля. Это беспокойство, это массовое буквально хаотичное беспокойство. Печаль, волнение, беспорядок. И очень много несчастных случаев из-за этого. Вот в таких вот, скажем, каких-то катастрофах именно урон причиняет даже не столько сама катастрофа, сколько вот этот хаос, который из-за этого остается. И именно вот в этих давках, каких-то, в этом месиве самое большее число потерь-то и происходит. А если бы даже если ситуация действительно критическая, но в этот момент люди бы сохранили спокойствие, не возникла бы паника, то все эти потери, жертвы можно было бы намного-намного сократить, уменьшить. Вот это сила противостояния или сила справляться с трудностями. Следующая сила – это сила сотрудничества. Также работает в коллективах, больших коллективах. И если у руководителя есть вот эта сила сотрудничества, то он способен весь коллектив вдохновить на вот это сотрудничество, чтобы каждый вложил в какую-то задачу свою особенность. Здесь проявляется уважение, смирение, внимательность, вот
это мудрость глубокая. Здесь такой пример приводится, что если мы вместе выполняем какую-то задачу, каждый подставит один пальчик, то вместе мы можем поднять гору. То есть каждому не нужно будет прилагать таких вот нечеловеческих усилий, а вместе мы можем сделать невыполнимую задачу, которую один, действуя поодиночке, никогда не достигнет. То в этом современном мире очень часто господствует дух соперничества, противостояния. То есть показать, кто лучше, показать именно свои особенности, показать, что я лучше других, я достоин первого номера, достоин приза. А сила сотрудничества – это как раз способность увидеть в другом его особенности и желание помогать другим, понимание, чем мы можем помочь друг другу, что мы можем сделать вместе. Как вот говорят, не тянуть одеяло на себя, дать возможным другим выйти вперед, вдохновлять других также проявить максимум того, на что они способны. И тогда действительно тоже складывается такая атмосфера доверия, взаимопомощи. И любые, даже действительно критические ситуации решаются намного проще, намного легче. Коллектив проходит намного проще. Не возникает вот этих внутренних трений из-за пустяков, не возникает внутренних конфликтов. Если есть вот это как раз взаимное уважение, если есть понимание уникальности другого, что он может сделать другой? Вот это отношение, внимание к другому. И последняя сила, о которой сегодня хотелось поговорить, это сила интровертности. Ее еще называют силой отключаться. Интровертность – это способность существовать отдельно от информации, которую мы получаем и воспринимаем извне. Мы постоянно вот в каком-то вот этом потоке информации плаваем, купаемся, постоянно находимся под вот этим обстрелом информации. И если вот эти силы не работают, о которых мы говорили, чаще всего человек мгновенно на эту информацию начинает реагировать. То есть он как бы вот живет в тесной связи с информацией. Чуть что-то услышал, все, сразу же пошли мысли об этом. Сразу же это проникает в чувства. Сразу же возникает или интерес, или наоборот, негативное какое-то отторжение, или радость, или горе, или печаль. То есть какие-то сразу же чувства, эмоции. А вот сила интровертности, сила отключаться, она дает мне способность оставаться стабильным, ровным, независимым от этой информации. То есть я не убегаю куда-то в лес, не ухожу куда-то в другой дом, в другую комнату, на улицу. Я остаюсь здесь. Люди общаются вокруг меня. Но я способен оставаться, выходить из-под влияния вот этой вот той информации, которая на меня идет, которая обрушивается или проникает через уши, через глаза, через все органы чувств. На самом деле вот эта способность, это очень тонкая сила, и вот понять, как она работает, тут нужна очень глубокая практика. Практика внутреннего безмолвия, внутреннего внимания, вот этого самопроверки. Нет ли ничего пустого в моем уме? Нет ли чего-то негативного, что беспокоит? Нет ли какого-то волнения? То есть постоянно уводить свой ум от всего внешнего. Вот в связи с силой интровертности приводит такой пример черепаха. Черепахи, они очень долго живут, благодаря тому, что они вот в панцирь могут втянуть в себя все руки, все лапы и голову, и там как бы отключаются они от внешнего мира. И благодаря этому у них нет страха от каких-то внешних нападений, и вот это спокойствие, стабильность позволяет им очень долго жить. И нам, как черепахи, нужно в какой-то момент быть способным раз и уйти внутрь себя. То есть вот эти вот щупальцы чувств, глаза, уши. Мы видим, то есть мы все видим вокруг себя, мы все слышим. Но отделиться от этой информации и воспринимать себя именно вот как
сознательное существо, что в моем внутреннем мире сейчас происходит. Я переключаюсь на свой внутренний мир. Я перестаю реагировать на то, что происходит во мне. Иногда бывает так, что непроизвольно мы действительно выпадаем как бы из ситуации, так вот попадаем в такую ситуацию, состояние отключенности. Но научиться делать именно по своему желанию, чтобы в нужный момент я мог сохранить стабильность. Идет какая-то известие, скажем, о несчастье, о несчастном случае. Первое, что мне нужно, это выдержать в состоянии спокойствия, в состоянии ровном, стабильном. Тогда я смогу в таком ровно-стабильном состоянии принимать какое-то решение. И, скорее всего, это решение будет правильным. То есть, если я внимательно это все разберу, ситуацию. Если же проникает беспокойство, человек действительно, он пытается разобраться, он проникает в эту проблему, но в него проникает внутрь беспокойство, волнение. Все. Тут отключается как раз способность силы развлечения, способность понимать ситуацию, принимать решения. Начинаются какие-то хаотичные вот эти одна мысль, другая, вот так сделать или не так, сомнения. И все. И тогда действительно ситуация просто уносит. Из-за этого как раз происходят все эти несчастные случаи, когда из-за волнения что-то вот сделано неправильно. В обычной ситуации человек понимает, как нужно делать. Есть определенный порядок. Но если возникает внутреннее беспокойство, все. Утрачиваются все силы. Способность правильно действовать. Также эта сила интровертности, она защищает меня от явных каких-то, может быть, негативных выпадов в мой адрес. Просто это информация, которая на самом деле меня-то и не касается. Если это говорит другой человек, он проявляет свои качества. Он, может быть, говорит даже обо мне. Но то, что говорит он, это проявление его внутреннего мира. И если я способен просто вот это наблюдать и не принимать себе в сердце свои чувства, ну, мне неинтересно. Мне неинтересно вот обсуждать что-то негативное, какие-то слабости. Я не буду впускать это внутрь себя. Вот это как раз умение не впускать внутрь себя, это и есть сила интровертности. То есть я обращен вовнутрь, а извне вот это я в себе не вбираю. И для того, чтобы ее развивать, нужно каждый день какое-то время уделять этой практике интровертности, практике медитации, безмолвия, какого-то внутреннего погруженности. Вот сейчас очень известны индийские йоги, которые как раз занимаются этой медитацией. Очень сам известная, максимально известна сейчас хатха-йога, это связанная с асанами, с физическими упражнениями. Также есть разные виды йоги, и очень многие из них связаны именно с внутренним самосозерцанием, с внутренней самопроверкой, с контролем своих внутренних состояний, своих мыслей, чувств, желаний, намерений. И вот там говорят, что вот, чтобы стать таким хорошим йогом, и действительно, как образцы, которые есть в истории, занимаются по 10, по 15, по 20 лет, целенаправленно, и там по несколько часов в день. Может быть, всю жизнь посвящают этой практике. Тогда результаты действительно, ну, просто фантастические. Вот приводят такие примеры, что если йог хороший медитирует где-то в лесу, то там буквально за несколько сот метров создается вот эта атмосфера безмолвия. И там даже тигры и львы, они ходят так спокойно, ровно, они никого не нападают. Вот этого агрессивных качеств никто не проявляет. То есть внутреннее состояние личности, оно передается в атмосферу. Ну вот если будет столько времени уделить этой практике, то мы действительно сможем своим состоянием гасить эти ситуации даже на расстоянии от себя. Человек к вам шел, может быть, с такой же мыслью, как к тому Будде, что-то сказать, что-то сделать. И только войдя в комнату, он изменился. Он даже не сможет ничего вам сказать. Он только поблагодарит за то, что пережила вот это спокойствие, вот эту радость, которую вы дарите в мир.
И это на самом деле не какие-то сказки, не какие-то такие вот желания. Это на самом деле основано на понимании и практике. Понимании вот этих внутренних процессов. То, что подобное действительно притягивает подобное. Если я в своем внутреннем мире не храню ничего пустого, то ко мне пустое извне и никак не будет стремиться. Если я стремлюсь выбирать только лучшее, то постепенно вот эта практика, когда сложится, все самое лучшее ко мне, оно будет притягиваться. Из людей, из ситуаций. У всех будет несчастье, а ко мне придет вот что-то, какой-то подарок. И даже если придет несчастье, а я найду в нем, что это ко мне пришел какой-то подарок. То есть вот так, как бы накапливая, развивая себе вот эти внутренние духовные силы, мы можем изменять и свой характер, и взаимоотношения, помогать другим изменяться, менять ситуации и менять даже жизнь. Но эти внутренние силы, они как раз связаны именно со способностью защищать свой внутренний мир, свой внутренний свет от всего негатива, который может вокруг меня окружать. Тут духовная сила, она ассоциируется с такими понятиями, как защита, спасение, сохранение, возвышение. И никак не ассоциируется с такими понятиями, как вот часто силу связывают, это агрессия, это нападение, это захват какой-то, победа, преодоление, именно вот в таком агрессивном стиле. Это как раз проявление слабости в ситуации. Не удар на удар, а именно спокойствие, ровность, радость, понимание. И в связи с этим хочу рассказать такую притчу. Однажды бог Шива, бог Кришна, сидел и завтракал. И ему его жена подносила какое-то блюдо. Все было спокойно и ровно, и вдруг он вскочил и побежал куда-то. Его жена пошла за ним, и вдруг видит, через какое-то время он просто спокойно возвращается, идет и садится есть, как ничего не бывало. Тогда она спросила у него: почему ты вдруг куда-то побежал и тут же совершенно спокойно возвращаешься назад? Что-то случилось? На что Кришна ответил: один мой преданный Бхагат попал в трудную ситуацию. Над ним измывались, его пытались побить камнями. И он взмолился, он стоял смиренно, и он взмолился ко мне. Он призвал вот эту защиту, мою защиту. И тогда вся природа встала на его защиту. И я тоже бросился защищать его. Но когда я бежал, я заметил, что вдруг он поднял камень и хотел бросить в ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес. Тогда я понял, что он решил полагаться на свои силы. И я пошел спокойно завтракать. Вот так. И как раз и работают вот эти внутренние силы. Когда мы проявляем самое лучшее в себе, самое доброе, умеем простить других, спокойно выслушать, с любовью ответить. Тогда действительно на нашей стороне работают, может быть, такие силы, которые мы даже и не знаем. Нам будет помогать действительно сам Бог в каждой ситуации. А если мы берем камень, то мы действительно полагаемся только на свои силы. А силы у каждого очень ограничены. Вот и все, что хотелось сказать о внутренних духовных силах. Тема следующей нашей лекции – это искусство составлять планы, основанные на понимании своих целей, своих ролей и своих особенностей. До скорых встреч!